Добрый день, с вами Лара Шум, и мы продолжаем исследовать себя. И сегодня последние два направления, два состояния, куда мы безжалостно сливаем свои энергии, свои жизненные силы. Наблюдаем за собой и прощаемся с этими состояниями, разрешаем себе быть всегда наполненными, жизнелюбивыми, радостными и счастливыми. 11. Гонка за вещами. Мудрые люди знают уже давно, часть вещей, которые мы тянем в свои дома, нам попросту не нужны. Часть трат, которые мы совершаем, себя не оправдывают. Человеку, если вдуматься, для жизни необходимо не так уж и много. И важно, чтобы все покупки, все расходы были обдуманы. Для чего мы это приобретаем? Что мы будем с этим делать? Какая польза для меня? Осознавать покупки – важный аспект взаимодействия с потоком благ. Недавние исследования доказали, что истинное счастье не имеет ничего общего с количеством приобретенных материальных вещей. Радость жизни – это опыт, который наполняет сердце даже через десятилетия. Вкладывайте деньги в опыт и в чудесные воспоминания. 12. Ожидать, что другие люди изменят вашу жизнь. Придут и изменят. Нет мужа, появится и все изменит к лучшему. Нет подруги, появится и все изменит к лучшему. Нет, этого не будет. Никто, кроме вас, не может изменить вашу жизнь. И тут вам в помощь самоанализ. Изучайте, познавайте себя, учитесь любить себя, ценить, радоваться от себя. Благоденствия вам и радости в каждой минуте дня. Подписывайтесь на мой канал. И не просто подписывайтесь, а смотрите мои видео, ведь в них очень много полезной информации. Ставьте лайк и расскажите своим друзьям в соцсетях. Для кого-то это видео может быть полезным. Удачи!